Всем привет, с вами Андрей Вар. Блин, забудьте прошлый мой видос по поводу того, что как надо атачить торами, как надо атачить солдатиками. Сегодня, сейчас, в этом видосе, вот уже открыл гор, и сейчас мы будем атачить горами. Честно, их просто не пробить, вообще не пробить. Сразу же сделаю вдруг заявление, вдруг кто-то хочет попасть в видос, вот так вот давайте. Вдруг кто-то хочет попасть в видос, если вы выкачаете два машинных отделения, вот до сюда, вы не откроете третье машинное отделение, но вы выкачаете все вот это вот на максимум, я про вас сниму видос. Вот честное слово, если в ближайшие несколько дней кто-нибудь загонится и выкачает абсолютно все на максимум, то есть это на максимум, деф на максимум, вот абсолютно все на максимум, я про вас сниму видос. Потому что я честно думаю, что два машинных отделения вот этими войсками невозможно взять. Вот просто мне надо развеять свои сомнения. Я не смогу это прокачать, потому что я уже вышел в третье машинное отделение, но вдруг у кого-то есть два машинных отделения и меня смотрят. Выкачайте все, и я про вас сниму видос. Ну а сейчас мы вместе с вами будем атачить горы, потому что я увидел... Вам просто показать маленькую статистику? Чтобы вы понимали, насколько у меня все плохо было именно торчиками. Сейчас мы будем атачить горами, и я думаю, ими будет просто жарень, просто максимальная жарень. Я понимаю, что я их буду терять, но я буду терять не как солдатиков, я буду терять их не как торов, как, просто всех, абсолютно всех. Сейчас мы будем атачить именно с помощью брика, плюс с помощью гор. Конечно, вот такая раста уже лучше всего подходит. Такс, бам. Бам. Бам-бам. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пошли-пошли-пошли. Оп, второе. Пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли. Оп, третье. Блин, я не успеваю так перебрасывать. Еще. Запал. 3.29. Кто-то говорил, что там можно вертолетами. Не, мне кажется, вертолеты настолько быстро все это не снесут. 3.29, при том, что самое классное для меня в моем случае, что я меньше теряю. То есть я смогу нормально открывать сундуки. Ну и вам лично советую. А, противника. Вот типа такого я сносил. То есть торами одно машинное отделение. Грубо говоря, все, на этом вся моя атака. На этом весь мой пыл заканчивался. Так, давайте... Блин, там четырех... Там двоих не хватает. Окей, давайте без двоих протачим. Посмотрим, кто здесь есть. Реально, на трех машинных отделениях на данный момент это просто вообще офигенно. Просто горы — это чума на самом деле. Конечно, можно попробовать сносить чисто все подряд, но мне почему-то кажется, это будет дольше. Хотя, когда вот особенно пушки выкачать. Мне кажется, проще вот сразу просто туда вести и, грубо говоря, все. Так, давайте еще раз. Бам сюда. Бам. 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 Сейчас проверим. Самое главное здесь успевать перебрасывать фитиль, потому что вы видите, я даже в некоторых ситуациях просто не успеваю перебрасывать фитиль. О, пошли. Следующее. О, пошли. Следующее. О, пошли. Офигеть. Блин, 3.32. За 3.32 снес. Но... Вы понимаете, горы. И самое прикольное, что я вам скажу, сейчас на данный момент нет зданий дефа, которые могут остановить гор. Ну, то есть, я их могу просто потерять чуть больше, я могу их потерять чуть меньше. Но на самом деле сейчас нет зданий дефа, которые могли бы остановить этих гор. Солдатиков могут, тор могут, гор нет. Гор просто тупо никто не может. Вот, ну, здесь вполне возможно... Хотя нет, походу вот эти два здания дефа, походу их остановят. Ах, так... Ах так. Ну так, конечно, нормально. Так бы солдатики подходили, конечно, по ним. А что он сделал? Что он сделал? Нет, все, не заберет. Не забирает, солдатики не забирают. При том, что у меня, вы посмотрите на мою базу. У меня вообще ничего нет. И не могут забрать. Именно поэтому я и хочу снять видос по поводу двух машинных отделений, когда нет ничего. И вообще разработчики чуть-чуть не зажестили вот добавлять и это в одну, и вот это в одну, и вот это в одну, и вот это в одну. И все это на двух машинных отделениях. Мне кажется, они чуть-чуть переборщили с дефом именно на двух машинных отделениях. Но это лично мое мнение. Может быть, время покажет, может быть, я ошибаюсь. Так, давайте...
вместо одной лодки гор, потому что у меня их просто тупо нет, давайте возьмем одну лодку творов. Ну, грубо говоря, да, без бесконечного резерва, конечно, сложновато играть. Но что поделаешь, мы все равно будем с вами играть в эти боевые корабли. Так, здесь точно так же пойдем сюда первого, потом сюда. И вот на это машинное отделение. Так, раз, два, три, четыре, пять. Опа. Подрубаем способность. Давай. Подходи, народ. Подходи, не стесняйся. Подходи. Оп, следующее машинное отделение. Оп, еще одно машинное отделение. Блин, как же классно они сносят. Все, 3.33. 3.33. Торы в сторону, солдатики в сторону. Вообще близко даже не стоят. Я понимаю, конечно, я низковато сижу, но, грубо говоря, я на данный момент не мог выше подняться, потому что, ну, ни солдатики, ни торы вообще никак не тащили. То есть надо было именно выходить в эти гор и именно ими играть. Да, я в своем первом видосике озвучивал про них, и я видел комментарии, когда люди реально прислушались к моим видосам, ну, прислушались к моему видосу и правильно пошли именно выкачивать вниз в гор. Ну, я надеюсь, и вы прислушаетесь к этому видосу и тоже пойдете правильно через гор. Ну, просто вы видите, и вы тайминг. Самое главное, вы видите тайминг, вы видите, что у людей, ну, практически не получается. Ну, здесь, наверное, заберет все-таки парочка солдатиков останется, да, ну... Блин, время совсем не то, которое выдают горы. Да, для гор, наверное, на самом деле вот так надо растягивать. Вот так надо растягивать, чтобы они все-таки подольше били. Опа, а сейчас что мы сделаем? А сейчас мы, походу, откроем еще, ух. Здесь надо единственное подумать. Либо идти уже до самого конца вниз, к вертолетам. Но тогда без верха, без дани МХП. Ну, мне, в принципе, сейчас пока не надо. Лучше давайте пойдем... в ХП гор, чтобы они все-таки подольше жили. То есть мне как раз это и надо. Но у меня нет бесконечного резерва. Мне желательно, чтобы побольше гор выживало. То есть мне желательно, чтобы как можно больше даже гор выживало. Давайте еще раз таким составом, таким просто экспериментальным составом. Ну, поймите, если были бы... А снова он? А нет, другой. Ну, там тоже был Алекс. Вот, для гор, вот, конечно, когда такая растяжка, уже, ну, уже немножечко не то. Потому что время не будет такое, но все равно, смотрите, самое главное, здесь можно попробовать даже особо никого не потерять. Так. Не выходить. Блин, вот собаки. Так, пошли сюда. Оп. Блин, плиз, только не брик. Так, еще одно. Блин, мне не хватит уже заряда, чтобы запулить. Ой, много потеряю на этой. Пошли на последнюю. Быстрее. Там, походу, противник тоже нормальный. Так, 3.08. Ну, не знаю, сейчас проверим, насколько хорошее время, насколько хороший тайминг и насколько долго он меня сносил. Ну и плюс, вы понимаете, что у меня еще 3 лодки были не до самого конца, плюс в одной лодке горы. То есть я вообще не фулл составчиком иду. Фу, 2.56. Отлично. Ну, я надеюсь, после данного видоса все-таки вы начнете играть правильно, и у вас будет получаться именно правильно выходить. Конечно, к этому надо выйти, то есть к горам надо прийти, то есть вам по любасу придется кого-то выкачивать или это, и это будет дохнуть, я вам сразу говорю. То есть здесь панацеи нету, то есть некоторые базы, конечно, когда вот так в стороне, здесь солдатиками будет проще забрать. Но и торами одно машинное отделение забрать можно. Но я просто честно жду вот кого-нибудь, кто-нибудь, кто прокачает только 2 машинных отделения по фулу, просто поугарать, насколько бред. Потому что я уверен, ну то есть я на данный момент уверен, что вот эти войска не способны взять весь этот деф на 2 машинных отделениях. Но время покажет на самом деле. Посмотрим. Еще честно не определился, то есть советы раздавать не буду по поводу верха или низа, но... Но раз я уже пошел сюда к горам, ну, то есть не пошел в этот шок, то, наверное, я все-таки пойду к вертолетам. Для того, чтобы уже дальше как-то, ну, чуть поживее было. Посмотрим, правда, тут бомбардиры появляются уже тоже. И вот это и это будут конкурировать. То есть вертолеты с бомбардирами, вы знаете, то есть горы идут впереди, и, соответственно, вертолеты могут сзади дамажить. И вот эти могут сзади дамажить. Здесь уже 50-50, то на то.
По поводу Расты, пока ее не меняю, пока остается такая, какая есть, просто, ну, можем даже глянуть с вами для статистики, как там люди уже, ну, 20-й ранг, воу, ну, я лично уже точно так не смогу, потому что у меня нет бесконечного резерва, я не смогу так высоко подняться, тоже 3 машинных отделения, дальше не выходили, но видите, тоже, ну, то есть, не зря их растянул, все-таки горы пока сюда, пока сюда, пока сюда, они могут уже, даже горы до сюда могут не дожить, я честно, вот сейчас на данный момент понимаю, солдатики не проживут вот это. Торы не проживут вот это. Единственное, это горы, ну, может быть, с вертолетами на 3 машинных отделениях. Просто на 3 машинных отделениях еще вертолеты дополнительно появятся. Но только они кое-как, наверное, смогут вот это все прожить. Больше, я думаю, ну никто не сможет. Даже горы, наверное, не смогут вот чисто в соляную вот так пробегать. Если появится ХП, конечно. Если появится, например, еще шок, может быть, горы и нормально будут. Но все остальные даже с шоком, все остальные войска, ну, просто не смогут прожить мины, не смогут прожить даже пару секунд дэмэджа, вот просто тупо не смогут. Короче, качайте правильно, я надеюсь, этот видос еще не сильно поздно выкачал, я надеюсь, он будет полезен вам. Ну, и в прошлом видосе я тоже озвучивал, что вот горы, ну, я не понимал, насколько они крутые, еще на тот момент, когда я снимал еще днем видос, я не понимал, насколько горы крутые. Короче, если вам данный видос понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну а с вами был Андрей Вар. Всем пока.